Всем привет, ребята! Ну что, закончилось лето! Как поется в песне, лето пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди. Согласны вы со мной или нет? Напишите в комментариях, или все-таки вам хочется вернуть это лето еще хотя бы месяцок, чтобы оно продержалось. Я думаю, многие так и хотят. Ну а сегодня, ребята, у нас распаковочка по ссылке с сайта AliExpress. Точнее, уже не распаковочка, потому что я ее распаковал, а просто я вам покажу, что я заказал на сайте AliExpress. Это не совсем обычная штуковина, это не олень, это вот такая вот штука. Это музыкальный инструмент под названием калимба. Калимба-малимба. Никогда еще не заказывал я музыкальных инструментов на Алиэкспрессе, и вот я почему-то решил заказать себе такую штуку. Вот так вот она, ребята, выглядит, смотрите. Это настоящий музыкальный инструмент. Смотрите, у него есть такой вот деревянный корпус, причем довольно качественно сделано, смотрите. Прям как вот гитара. Вот, смотрите, есть такие удобные выемки, отверстия вот здесь вот есть. И вот такие вот струны. Ребята, я просто случайно один раз увидел на ютубе, как играют на этой калимбе, и просто... Не знаю, я заболел этой штуковиной, захотелось купить ее себе и научиться играть. Послушайте, как она приятно звучит. Здесь, смотрите, есть подписаны вот буквы, цифры, то есть определенные ноты. Можно даже найти в интернете распечатки нот для разных мелодий. И смотрите, что еще есть здесь в коробочке. Вот такой вот мешочек для хранения этой калимбы. И также, смотрите, есть молоточек специальный для того, чтобы ее правильно настраивать. На ютубе тоже есть полно видео, как это делать. То есть вы... Стучите и настраиваете, двигаете вот эти вот металлические пластины туда-сюда и регулируете. Также здесь есть вот наклеечки, чтобы наклеивать, если вам плохо видно, где какая нота, тряпочка, чтобы протирать. И также, смотрите, вот такая вот целая книжка здесь есть, во-первых, в начале, правда, на английском, но расписано, что здесь и как эти все клавиши называются, как правильно держать эту калимбу. Здесь, оказывается, еще имеет значение, пальцами вы закрываете, не закрываете вот эти отверстия тоже, видите, свои как бы нюансы. И плюс здесь есть вот эти вот ноты, разные мелодии. Класс, ребята! И вы знаете, я уже выучил одну мелодию, которая называется «Twinky Twinky Little Star». Такая детская мелодия, но с чего-то же надо начинать. Давайте я вам сейчас продемонстрирую, как я играю. Вот такую вот, ребята, простейшую мелодию я выучил, но все еще впереди. Если постараться, можно выучить любую мелодию, можно сыграть все, что угодно, все, что захотите. И интересно, знаете что? Что моей дочке Насте очень понравилась эта калимба. Я попросил ее выучить какую-нибудь мелодию, чтобы я мог снять это все дело и показать вам. И вы знаете, она не просто выучила мелодию, она придумала свою мелодию. Я сейчас вам это продемонстрирую. Кстати, мы ездили отдыхать в горы, в Карпаты, и там на фоне гор я заснял, как она играет эту мелодию. Итак, смотрите и слушайте. Thank you.
как вам, ребята? По-моему, очень-очень круто получилось, да? Напишите в комментариях, понравилось вам или нет. Я дам почитать своей дочке Насте ваши комментарии. Ей будет очень приятно прочитать и узнать, что вы думаете о ее композиции, которую она сама придумала на этой колимбе. Вообще, очень прикольный инструмент. Он классен тем, что он маленький. Вы можете положить его себе в сумку и достать где угодно, и просто удивить людей, сыграв какую-нибудь очень классную и необычную мелодию. Эти звуки, они успокаивают, расслабляют, и вообще очень классно под них релаксировать. Я очень доволен своей покупкой. И могу рекомендовать вам продавца, прислал очень быстро, запаковал красиво. И там, кстати, очень-очень много покупок, несколько тысяч заказов, и все очень-очень довольны. Ссылочку я оставлю в описании, если захотите, перейдете и посмотрите. Ну а на сегодня все, я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего настроения и слушать только классную и приятную для души музыку. Всем пока!